Қазақстанның жастары! Елбасының қолдайды! Им бы с утра учиться, учиться и учиться, но этим 3000 студентам Казахского гуманитарно-юридического университета как будто сам ректор завещал готовиться к массовому одновременному признанию в любви первому президенту. Студенческие пары тут вальсируют на морозе без верхней одежды. Кто-то не сдерживает чувств, выпускает шары в небо прежде времени. Акция стартует с саундтрека из любимого фильма лидера нации. Исполняет, как он сам себя называет, лучший друг Ельбасы. Мы споем песню «Весна на Заречной улице». Так мы проявляем свое отношение к нашему первому президенту, да? Да! Начинаем. Итак, поехали, все вместе поем эту знаменитую хорошую песню. Когда весна придет, не знаю. Конечно, песни «Весна на Заречной улице» в природе нет. Но разве тут кому это важно? Кульминация сюжета – запуск воздушных шаров в виде алых сердец в небо. Это у подневольных студентов символ неизбывной любви к лидеру нации. Все вместе. Раз, два, три. Казги вперед! Казахстан, Алба! Всех с праздником! Аплодисменты всех с праздником! Казги, вас не слышно? Это наш вождь. Молодец. 77-летний Владислав Юдаков – сын врага народа. Его отца расстреляли в 1936 году. Воспитывался в детдоме. Мать сидела в Акмолинском лагере жен изменников родины. Вот что говорит потомок репрессированных. Роль президента велика. Но сильно условлять тоже нельзя. 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 Мне кажется так. Чтобы не получилось как при Сталине. А так он великий человек, много сделал. День назначения первого президента – едва ли не главное казенное событие казахстанского декабря. Сегодня в столице все поколения клянутся преданности идеям президента Казахстана.